снимают! На День России парк Сосина был заполнен детьми на велосипедах. Мальчишки и девчонки разного возраста пришли на старт велопарада «Ветер в колесах». В этом году его провели во второй раз. Каждому, кто пришел на велопробег, раздали воздушные шарики, из которых получился российский триколор. Некоторые ребята проехали по дорожкам не на велосипеде, а на скейтбордах. Я участвовала в параде на скейте. Просто у меня велосипеда нету. И как? На скейте? Ну, трудновато. Почему? Ну, потому что нога иногда заболевает. Многие юные и совсем маленькие велосипедисты пришли вместе с родителями. Мамы и папы поддерживали своих чад, помогали ребятам уверенно держаться на двухколесном транспорте. Некоторые вместе с детьми проехались по аллеям парка Сосина. На финише все участники велопарада получили сладкие подарки. Мне очень понравилось там. В начале все собрались и стартовали. По-медленному стартовали. Но потом уже все поехали быстро. Весь город собрался, было очень интересно и весело. Я пришла с Верой, папой и мамой. Я редко вообще катаюсь, потому что в основном сестра забирает этот велосипед, но ей купили новый. И теперь у тебя свой. Да. Очень отличный праздник, потому что его отмечает вся Россия. Я очень рад, что наш город принимает участие в этом празднике. И самое, что прикольно понравилось, что никто, все радовались, никто не обижался. И все призы достались всем. Со своей сестренкой. С мамой, с папой. Как ты сегодня проехала, скажи? Классно. Что тебе понравилось? Как поехали. Также для детей подготовили игровые зоны и творческие локации, тематические мастер-классы по изготовлению триколора, поздравительных открыток, викторины по сказкам Пушкина, юбиляра этого года. Работала большая игровая зона, на которой можно было поиграть в шашки, настолки и другие игры на внимательность и сообразительность. Здесь представлены практически все учреждения культуры. Это детская библиотека имени Пушкина, это библиотека имени Маяковского, это детская школа искусств и детская школа искусств номер 2. И представители Центра развития культуры и искусства. Праздник в парке Сосина подарил яркие эмоции и хорошее настроение как детям, так и взрослым. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.